Нет, нет, нет! Мимикрай! Это был мимикрай! На ножик, на ножик! На мимикрай! Риш, 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 риш! Давай, давай! О, хорошо! Я нищий! Здорово всем, ребята, Кинтуха на проводе! И прямо сегодня я покупаю скины, с которых меня замочат мои коллеги-ютуберы. Ребята, поздоровайтесь! Здорово всем, ребята! Чуваки. Да, ребята, мы играем в режим эскалации, против меня Тик-Так и Рик, у которых очень дорогие скины. Прожмите лайкусик, подпишитесь, а мы расходимся по разным войсам. Братва, тут не сильно жестко, пожи. Так, ребята, первый раунд, ядрыть, колотить его за ногу. О, халявочка. Нормально, нормально. Ё-моё, Рик уже кого-то на нож посадил. Тик-Так, с мимикраем, с мимикраем. Меня завалили нахрен. Санёчек, ну как же так? У него был мимикрай! Так, чел, ты иди первый. Джен, брат, давай, ты же в сейнсе состоишь. Ё-моё, ребята! Нет, 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 нет! Блин, это Габелла! Нет, 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 нет! Да не! Ладно, нормально, нормально, нормально. Ну, давайте так. Есть хорошие новости. И плохие. Хорошие новости, у меня целых 2 кило. Плохие новости, наша команда проигрывает. Ладно, все, короче, дали фору немножко. Ну, помогли им. Сейчас будем наваливать. Так, ребята, собрались. Я надеюсь, у них недорогие скины. Иначе это будет полная попа. А это ты запланировал, нет? Да, 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 да. У меня тогда не комассер. Чекай, за 2000 голды иду дарить кинтухи. Hello. Давай, давай. Они все тут! Слушай, сколько скинами замочили, я уже и забыл. Рикардо! У него ты... Нет! Нет! Петрис 50 фор и спирит! Блин, я не убил китан! На, шляпу повесил! А, хорош! А что такой скин дешевый? Почему так? Да нормальный скин, ты же дешевый! Аркан, говорит, дешевый! Так недорого стоит, у меня был 2000 голды! Блин, ну почему, ребята? Да начиналось-то красиво! Ребята, первый и последний скин. Изи каточка, купили! Раунд номер 2. В этом раунде я себе беру MP7. Ой, ребят, ну ща будем копить это разваливать! Жестко! У меня без скина. Ладно, давай я заряжу на ножик попробую. На ножик. О, кстати, давай, реально. Давай, давай, давай. А что за ножик у тебя? Ха-ха, мимикрайка. Поехали. 2-0, мы проиграем, хана бы баты. Так, нет, 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 нет. Рикардо! Дропаш фризи стандрек! Это только начало. Вашу машу мордой в кашу. Реально? О, а нет, да, все, да. Поздно. Не блин, немножко поздно. Немножко. Блин, я другого типа зарезал. Ну, ребята, вы понимаете, это первый и последний раз. Ну, вот это, ну, опять повезло немножко, малышечка. Больше я себе в обиду не дам. У меня вал такой нормальный, с арканой. Так он сатреки, надеюсь, подожди, подожди. Обычный. А у тебя что-то? Ну, о, нифига, некромайсер, она тоже надеюсь сатрек. Некромайсер, сатреки. Держи, 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 лови, лови, лови. Не-не-не, нормально, на ножик сейчас посадим, посадим на нащанского. Так, ребят, короче, если что, мне якобы не смешно. Вы видели? Это Габелла? Это полная Габелла. Вы это просто видели? Так, ребят, я не спешу. Кто спешит, людей насмешит. Я не такой, мама дорогая. Брат, давай, ты иди первый. Ой, блин, там Рикардо. Ч-ч-ч. Ай! Так, ребят, я один остался, их трое. Я бачу. Давай, бати. Пускай спрыгнет. Как говорил мой дед, я твой дед. Погнали! На, минус один! Найс! Ух, я жесткий. Минус два! Неужто я издам? Неужто я издам? Нет, нет, нет! Мимикрай! Мимикрай! Это был мимикрай! Где он? Давай! На ножик, на ножик! На мимикрай! Реально? Реально на мимикрай его посадил, прикинь. Мимикрай! И ради этого дела даже наберу Тик-Така. Тик-Так, Тик-Так! Эх, ну шо, братишка, мимикрайчик готов покупать, алло! Не, мужик, подожди, я знаю логин и пароль твоего аккаунта. Давай мы сделаем так. Слышь? Не понял. Да мужик, ну 230к, ты еще ненормальный. Ну это же вообще нереально, это Unreal. Ну ладно, давай один раз. Один раз я тебя прощу. Но если второй раз я тебя с мимикрая, ты обязан будешь его купить, хорошо? Брат, по рукам. Спасибо тебе большое. Но второй раз ты его точно купишь, я тебе серьезно говорю. Ой, папа, брат. Надеюсь, второго раза не будет. Идем обратно в игру. Блин, ребята, это просто самая неудачная рубрика за историю всех этих рубрик. Я вообще не понимаю, как я сливаюсь. Играю в плюс... Куда вы флешку кидаете? Походу из таких тиммейтов я и сливаюсь. Так, ребята, нормально. Не-не-не-не-не-не-не. Ха-ха, Рикардо сгорел! Хана на посос! Одного.
О. Найсик. А, ты за что? Ой, нифига, он тебя зажарил. Так, чел, ты иди первый, я у мамы один. Ох, блин, как же жестко, как же жестко. Тик-так развалили. Да! Да! Я дефюжу, я дефюжу. Ребята, пошел камбэк. Я чувствую, это камбэк. Хэштег! Без камбэка нет маслят. Чё? А как это я взял? Я взял М60! Он какой-то смог взялось. Я мисклигнул, походу. Сейчас, смотри, я покажу вам мастер-класс показываю, смотри. Смотри, закидываем вот так вот огонь. И ждем мамонтов. Смотри. Поехали. Ой. А куда это ты? А ну отстань. Ребят, давайте просто тактика зажим. И вот так, просто делаю вот так. Мама, дорогая, там полная ГП. У меня 5 хп. А я потушу. Реально? А, там какие-то взрывы. Не-не, пацаны, я пушить не буду. Мы развалим кабины. Так, ребят, Найсик! Раз, справа! Ой-ой-ой. Нифига, Рикардо, ты наваливаешь. Так у меня только скинов не было. ГГ. Где? Нет, Рик! АКР без скина. Идемте открывать рандомный кассик. Рандомный кассик. Та-та-та-та-та-та. Тайдай выпал. Ха-ха, спасибо. Идемте в игру. Так, ребят, чем сказать? Блин, я не понимаю, мы все время сливаем 5-1. Не, ребят, я не хочу, чтобы вы писали в комментариях, что я Пепа. Вы знаете, я не Пепа. Смотри, что у меня есть. Ты во мне. О, ты во мне, братишка. Пулеметик? А знаешь, сколько он стоит? Косаря 2, наверное. Минимум. Сколько? 2К, родной. Ну где мои тиммейты? Куда? Тик-так, М60 меча! Да чувак, ты просто ненормальный! Ну зачекался, да, сверху. На! В шляпу повесил кинту! Хорош! Так кинтуку опять развалили. На, еще одну шляпу повесил! Где он? А, вот здесь! У-ху-ху-ху! Это полная фиаско, мужики. Сколько? 1700! Как вообще ты так меня с М60 смог забрать? Ой, блин. Ладно, все, мне уже плохо. Идемте обратно в катку. С этого момента я играю исключительно по брейну. Все, поехали. 6-1. Какой кринжей я сливаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Домой, малышка. Ух, ля, нифига, мне шляпу повесил. Домой, номер 2. Чел, дефьюз. Блин, это было. Давай, Риш. Давай. О, хорош. Блин, маму правда задефузили. Блин, нормально. Где он? Стинг-корот! На нож меня забрали! Но мы раздефузили. Ёханый бабай, вы что, ненормальные? Идемте покупать стинг... А, это СБП, да? И рандомный нож! Рикардо, брат, я тебя люблю. Покупаем рандомный ножичек. Окей, Сири, назови рандомное число от 1 до 100. Пожалуйста. О, цифра 5. 1, 2, 3, 4, 5. О, иди сюда. Спасибо хотя бы не на все мои деньги. Спасибо, Рикардик. Спасибо. Ох, идемте дальше. Не, ребят, я манал в это играть. Все, ну это полно, это вообще ненормально. Че у нас трое? Да ё-моё, че мои тиммейтки на флешке в меня? Смотри, просто показывай мастер-класс, смотри. Зачем тебе дропнуть скинчики-то? А-а-а, второго забрал. Хорош. А там еще третий! Алло, там еще третий! Нет! Ну куда? Ну ёханый бабай, ну это ненормально! Не, это полная фиаско, мужики. Ну сколько уже можно? Ну вообще бессовестные. Ни стыда, ни совести. Мне кажется, с АКРчика некромансера надо разочек завалить. Статрейки. Да, по-любому. Давай, я их сейчас обойду, попробую обойти, давай. Давай. Обхожу, чекайте там. Так, ладно, ребята. Как говорил мой дед, я твой дед. Все, пацаны, не сдаемся. Аккуратненько, на опыте. Идемте тащить. Все, поехали, пацаны. Давайте, все. Не, ну если честно, уже не смешно, ребят. Я уже так много раз слился. У меня такое ощущение, что на мировой рекорд иду по сливам. Лежать! Нифига, мне шляпу повесил! Лежать! Не-не-не, Рикардик, ты где? Один на один, давай, на некромантер его! Рикардик! Ладно, текай с села! Ну, ребят, тут же можно ничего не покупать, правильно? Вот, ну, тут можно ничего не покупать, правильно? Потому что тут победила дружба, все нормально. Все, ребята, все, поехали. Счет 7-3, собрались. Киберспортивную флешечку. Найсик, нас четверо, ну наконец-то. Не, ну реально, зато тяжелее играть. Не, ребят, это полуфиаско. Походу лучше проиграть! АКР, да хит, статрек! Я нищий!
Не, ребята, я во второй катке реабилитируюсь, я вам обещаю. Блин, ну посмотри на его команду, реально, 2-10. И типа, блин, петуха. Бегэшка. Полтора косаря! Сколько? Это меня замочил даже не Рики Диктак, а просто их тиммейт. Это вообще какое-то издевательство. Ну что же, ребята, каточка номер 2. И в этот раз я играю за команду Т. И я вам скажу только одно. За команду Т гораздо проще играть, поэтому я ща им надеру попочку. Так, ну что, готов раздавать плюхи? Let's go, let's go. Погнали. Слушай, мэнчик. Их трое, их нас четверо, как будто нечестно как-то. Сейчас они прыгнут, и будет прикол. Ё-моё, они сверху надо мной. Нас двое, их трое. Почему, когда я играл за КТ, то нас было трое? Я сейчас типа на нож беру! Типа на нож! Типа на нож! На! Остался Кент, остался Кент один! А где он? А где он? Где он? Ну, я не могу. О, нашел, нашел, нашел! Да меня погоди, меня погоди, выйти не могу! Да не могу! Блин, это трындец. Ему повезло, понял? Ему повезло, там обычно нож не задали, да. Смотрите прикол. Ну как? Мне нож не взялся! Нож не взялся! Нет! У меня тупо залагало! Просто залагал, им отвечаю! Рандомный ножичек, все как вы любите, ребят, выбираем ножичек, и мне выпадает. Хо-хо-хо, пронесло полтора косаря. Ну я больше не сольюсь. Запомните мои слова. Все, ребята, включаю режим жесткого киберспорта. Все, купил. Идемте дальше. Ну почему когда я играл за их команду, у нас было трое, а тут их чит. У меня два тиммейта ФК стоят! Два тиммейта ФК! Не, вы такое видели? Нет, это полная фиаско! Плэшка пошла. Так там два ФКшника просто. Ропа, есть чел. Китух один. О, что? О, ничего себе. Два тиммейта ФК! Я играю 1-4. Как вам, нормально, пацаны? Нормально рубрику записываю? Опять раздевюзили! Ну зато я не слился, потому что я настоящий воин. Я даже не буду ничего делать, просто мне интересно. Ух, ладно, нифига, беру свой слово брата. Чё он творит? Ого, нифига он раздал. О, начали играть, не может быть. Слушайте, а вы не могли чуть раньше развиснуть? Мне как бы без вас было очень тяжело. Так, мужики, у меня есть план. Я засяду тут, заныкаюсь, и все будет нормалек. Я ноускопом стреляю, мне пофиг. А чё у тебя, чё у тебя? У меня М40. А, реально? О, мы слили. Почти девятка, йоу. Слили ром, бедежка. На! Блин, меня какой-то нубас. Нормально, у тебя так на нож посадили. Я не знаю, как мы эти мейты куда на нож посадили. Тихонько. Домой! Я прям хорошо играю, 5 кд! Найс! Найс! Мы выиграем! Слева чел. Имба! Я не верю моим глазам, но моя команда побеждает. Я с такими NPC играю, чел вообще 0 на 3 играет, прикиньте. И мы все равно как-то побеждаем. Обалдеть. Я дал смог. Я лечу. Я захожу. О, что? Тут Кент закинул молик и побежал в него. Есть, Степ. Последний. Кентуха. Есть, кентуха! А, что? На! Сюда, плюху в ухо! Сзади фузил! Минус 3 я дал, кстати, да? Ну все, мне габело, да? Ха-ха-ха! Тик-так! Ай, М4 гран-при экстра-трек. Но вперед, ребят, покупать. 85 голдишки. Хотя бы один дешевый скин у этой перхоти. Ох, ребят, все, я говорю, я это последний слив. Все, я играю на всю. Погнали. Ну что же, счет 3-1. И если бы мы тиммейты не были полными ракушками, то мы бы выиграли. Не, ну я не хочу никого кибербулить. Ну как можно играть дуль на 4, чел? Если я буду ФК стоять, я буду лучше играть. А, он буду ФК стоять, не? Чел, ты играешь, да? Как? Рик минус 2 дал! Рикардик, я тебя люблю. Ай, ха-ха. Моя ты бусинка. Люблю тебя. Счет 3-2. Знаете, что тиммейт пишет? Данька в чате пишет: Рик, переходи ко мне в команду, чел. А он не сможет прийти, потому что у нас максимум трое, а их четверо. Как будто сейчас меня развалит, у меня такое ощущение. Рикардик, кто тут? Тутик так, да? Мы выиграли. Давай, их двое еще. Ух, ля. Лови пилюлю, фраер. Мои тиммейты начали играть, и чел дал. Чел даже начал играть? Обалдеть. Ребята, счет 3-3. Ай да мы с вами, красавчики. Да как ты это делаешь? А ну-ка, давай-ка мне ключ на 32.
А где он? А где он? М41 Мермелайт. Идемте покупать. Сколько она стоит? Я думал, она стоит 100 голды. 777. Фу, ребята, все, я теперь не люблю 3 семерки. Это моя нелюбимая цифра. У меня уже осталось 5к на бали. Ты нищий. Ну что же, мои уважаемые подписчики. Мы начинаем играть, и я не знаю, я не хочу сливаться. Они просто всех сторон. Они просто как муравьи лезут. Смотри. Раз. Сфоткал. Сфоткал. Два сфоткал. Два сфоткал. Опа, сейчас будет три сфоткал, смотри. Давай сейчас. Ну, три сфоткал, троих забрал. Просто со всех сторон. А что делает мой тиммейт? А, мой тиммейт был у них на респе. Ладно, ребята, идемте покупать спасик. Плаки-плаки или нормалдаки. Ребят, в моем случае плаки-плаки. Опять минус голдишка, ну сколько можно? И пусть хоть кто-то попробует написать, что я нуб. Да я, блин, не нуб. У меня тиммейты боты полные. У меня только один тиммейт играет, а второй вообще полная ракушка. Пацаны, здорово. Да ё-моё! Тик-так! Ух, Лё, нифига, это кентуха был. М4НК. Идемте покупать. Ох, как же мне приятно. 519 голдишки. Ну, в принципе, недорого. Покупаем и идем обратно в катку. Так, ребят, еще один раунд, и если честно, мне уже плохо. Это просто худшая рубрика. Это худшее видео в истории этих рубрик. Найс. Минус один. А где бомба? Где бомба? Где бомба? А где бомба? А где он? Блин, я не понял, я вообще не понял, что происходит. Блин, ну, я думал, ты его убил, а ты умер. Я один в один с титаном остался. Да! Камбэчим! Фух, ребята, блин, вы даже не представляете, такие нервы! Я просто как представлю, что я сейчас могу стать беднее на овер много денег. Это будет полная габелла. Чел говорит, поменяйся. Слышь, ты играть научись, потом поменяемся, джент, блин. Который играет два раза хуже, чем я. Тактика пиксель. Ну куда, хаешку прям меня закинули? Где мой тиммейт? Минус Рикардо. И меня забрал тиммейт, свала! Ребята, я закинул море к твоей. О, забрали кенту. Тихо, тип есть. А-а-а! Все. Хорош, все. Дефаем. Все, последний раунд остался, последний. Ух, повезло, что он без скина. Но, получается, должен купить рандомный вал. Идете покупать рандомный вал. Как вообще мне этот NPC забрал и хз? Окей, Сири, назови число рандомное от 1 до 4. И... Да ё-моё! Окей, Сири, назови число от 1 до 4. Цифра 3. Все по числам Пизабена и начальника Сулеймана. Минус 300 голдишки очередных. Решающий раунд, ребята. Блин, вот что бывает, когда снимаешь не постанову. Это реальное видео, я просто в шоке. Вы даже не представляете, насколько же это жестко. Минус один. Минус два. Найс. И остался один тик-так. Я вижу типа, смотри. Ну убей. Ноу. Сейчас будет тач. А гона нож, гона нож. Не, на нож пойду гулять получится. Ну ладно. А где он? А где они все? Тёмка. Да! Фух, ребята, счет 7-5, понемножечку камбэчим. Конечно, очень тяжело. Так, и в этом раунде я беру АКРчик. Все, поехали. Надеюсь, у нас все выйдет. Ребята, держим кулачки. Мы должны это сделать. Я не хочу подать лицом в грязь, чтобы все писали, что я голимая пепа и перхать. Ребята, я играю как могу. Не, сразу вылетай. Лети. О, там сзади чел. Я слепой! Ну, тактика сэнс. А, так тут... Блин. Ну, Кен сидит в ребрах просто. Забрали. Нет! Так, остался тик-так. Найс. Да! 7-6, легендарный камбэк. Ну, с беретом. На! Давай! Да блин, а их двое было! Ух, ребята, это просто самая потная катка. Я говорю, ни у кого в жизни не было сколько потных каток. О, я кого-то забрал, прикиньте. Найс, минус два. Только не слил. Минус три! По-моему, в кармане. А, не в кармане, ребра! Я ему минус... Я минус 91 ему дал, алё, я говорю, в голову дал прям. Эйс дал! Вот и так по мне попал. Эйс, 7-7, да! Ох, ребята, вы даже не представляете, как же я надеюсь на эту победу. Это было бы так красиво. Под конец видео просто взять и затащить, чтобы все написали Кент ПК, киберспортсмен. Давайте все в чате. Хэштег Кент Кибер. Ну-ка, понимаем, все, я один из четверо, мне хабелло. Это слив, пацаны. Так, наверху никого. На, забрал кишка. Последний, да, я знаю, где он. Под кентшлеп ПК. Нет!
Нет, 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 нет! Ёханый бабай, братва! А что он делает? Да? Забрал! А забрал? А, вот он был, блин, ё-моё. М4, НК, статрек. И, к сожалению... Блин, мы проиграли! Идемте покупать. Еще минус 2К! 2К! У меня было в начале это видео 15К! Сейчас 2 осталось! Это полная фиаско, просто полнейшая. Ну что же, мои уважаемые ютуберы, спасибо большое, что вы испортили мне жизнь, и я больше никогда в жизни не позволю. В смысле испортили, алё? Братва, ну блин, почему вы так жестко играете, расскажите мне. Чувак, ты вообще 22 кило надел, ничего нахуй. Да блин, у меня тиммейт NPC, у чела ник Джент, а Джента все, что у него есть, это только ник. Больше ничего. Аватарка, Сэнс, ты чё? Ты там играл за всех, полный батя. Ну что ж, мои подписчики, прямо сейчас прожмите лайкосик, обязательно подпишитесь мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кента ПК и Тиктакимус. Покусики. Братва, обязательно подпишитесь. Также на мой ТГ, там халявно 10К голды. Все ссылки снизу.